Да, уважаемые коллеги, добрый день. Большое спасибо за возможность присутствовать сегодня на этом очень важном по разным причинам мероприятии. Мне досталась общая тема. Я постараюсь за 15 минут какими-то очень общими мазками эту тему осветить. Естественно, невозможно за 15 минут осветить все, поэтому я коснусь в основном основных моментов и тех моментов, которых я так или иначе сам мог касаться, которым я знаком. Почему важно куда-то двигаться дальше сейчас в плане солидной онкологии у детей? Во-первых, есть определенные заболевания, где мы не совершаем прогресса за последние, скажем, там 20-30 лет. Во-вторых, несмотря на то, что мы очень активно двигались вперед последние, опять-таки, несколько десятилетий, сейчас во многих отраслях достигнут предел эффективности. И нужно придумать, как сделать результат еще лучше. Кроме того, за счет чего это происходит? В любом заболевании есть определенная подгруппа пациентов, результаты которых близки, лечение которых близки к нулю до сих пор. Всегда мы можем выделить группу сверхвысокого риска. Это крайне прогностически неблагоприятные пациенты при солидных опухолях, обычно пациенты с диссеминированным заболеванием. И, что важно, эти же пациенты дают нам очень значительную часть рецидивов. И вот рецидив пациента, который исходно был высокого риска, это опять-таки ситуация, которая терапевтически практически безнадежна на данный момент. Тем не менее, за последние буквально несколько лет произошли определенные сдвиги. И, вероятно, сейчас мы находимся в начале рывка в своем роде. С чем это может быть связано? Естественно, у нас уже есть определенный опыт общения с таргетными препаратами. И для нас эти таргетные препараты, в первую очередь, сказать, лечение нейробластомы. У нас есть определенный хороший опыт общения со схемой РИСТ. Мы получаем больше ответов, чем просто при химиотерапии, при добавлении таргетных препаратов. И, скорее всего, вот подобные схемы, такие one size fits all, когда мы пытаемся с помощью ингибитора тирозинкиназ максимально широкого спектра прикрыть максимально большое количество потенциальных мутаций, будут работать и развиваться. И именно такая схема сейчас лежит в основе нашей терапии у пациентов с рецидивами, и если мы получим терапию, ответ на терапию РИСТ, мы имеем шанс дальше закрепить ответ с помощью иммунотерапии. Скорее всего, еще более активно будут развиваться какие-то более точечные направления. Чем больше мы начинаем знать о молекулярной биологии опухоли, тем больше мы находим каких-то отдельных мутаций, которые, да, есть в очень небольших подгруппах пациентов. Тем не менее, если мы находим такую мутацию, она обеспечивает чувствительность, как правило, это, ну, такой замечательный клинический успех. К сожалению, ситуация действительно редкая и характерна, например, мутация АЛКА. Здесь, во-первых, это редкая ситуация. 7-8% пациентов несут активирующую мутацию АЛКА. И, к сожалению, наш опыт терапии кризотинибы свидетельствует о том, что большая часть этих мутаций действительно резистентны к ингибиторам АЛКА первого поколения. Тем не менее, ситуация не безнадежная. Я надеюсь, что мы получим доступ к ингибиторам АЛКА второго и третьего поколения, которые могут преодолеть резистентность. Плюс есть такой механизм, как амплификация или гиперэкспрессия этого белка. Скорее всего, здесь опять-таки таргетная терапия в комбинации с химиотерапией может найти какое-то место в наших схемах лечения. А эта ситуация гораздо более частая, потому что мы видим, чем именно точечная мутация с определенным образованием характерных мишеней. Кроме того, тоже характерный пример – НТРК, ген, который часто образует характерные транслокации, точнее, образует их в определенных случаях. И здесь есть, да, очень редкие солидные опухоли у детей. Тем не менее, эти опухоли несут в очень большом процентном случаев характерные дислокации. И если дислокация выявляется, как показано предварительными клиническими исследованиями, успех просто феноменальный. Отличный процент ответов. Тем не менее, несмотря на то, что препарат в настоящий момент находится в расширенном доступе, вроде бы мы можем получить к нему доступ практически бесплатно для наших пациентов, для нас и для благотворительных фондов. Тем не менее, вот за то время, когда мы пытались участвовать в этой программе, мы попытались протестировать на характерной транслокации 4 пациентов, которых мы смогли найти. Во всех 4 случаях транслокации были не найдены. Тем не менее, это то, что может дать шанс определенным подгруппам. Иммунотерапия
второе направление, которое никак не связано с химиорезистентностью, которое дает нам определенные надежды. И в этом плане нейробластома – это определенный успех. Я думаю, что уже ни у кого не вызывает сомнений в том, что специфические антитела к GD2 могут использоваться как поддерживающая терапия после аутотрансплантации, и это эффективно. Даже наш очень крайний, пока ограниченный опыт использования отражает эту сферу. Из 7 пациентов 4 у нас получали эту терапию и продолжает получать один из них как пациент высокого риска после аутотрансплантации. Тем не менее, иммунотерапия не должна ограничиваться только предотвращением рецидива. Остается терапия спасения, плюс есть многие изменения в тайминге, которые потенциально способны улучшить результаты терапии. То есть даже в такой вот вроде бы простой схеме лечения пациента группы высокого риска, когда иммунотерапия идет после завершения интенсивного этапа лечения, возможны некоторые нюансы. Кроме того, показаны уже очень хорошие результаты по лечению пациентов с рецидивным заболеванием, используя комбинацию химиотерапии и иммунотерапии. Здесь остается до сих пор вопрос, насколько такой ответ будет длительный, тем не менее, результаты уже впечатляют. Мы надеемся получить доступ когда-нибудь и к такой опции. Дальше. Опять-таки, очень впечатляющие предварительные результаты по использованию иммунотерапии в первой линии. И если мы видим такой хороший ответ при использовании химии и иммунотерапии в первой линии, встает даже вопрос о месте интенсификации во всей этой схеме лечения. Определенные центры говорят о том, что использование иммунотерапии позволяет не проводить аутотрансплантацию. Тем не менее, есть крупнорандомизированные исследования Джудит Парк и коллег, которые показывают, что наоборот, максимально интенсивная терапия с тандемной трансплантацией и иммунотерапией позволяет нам добиться максимальных результатов. Какой же из этих подходов будет верен? Скорее всего, здесь, опять-таки, мы очень скоро перейдем к более точной стратификации пациентов, как случилось с пациентами с эмбриональным опухолью головного мозга. В настоящее время у нас есть гораздо более точный молекулярный инструментарий, который позволяет выбрать группу риска, и мы гораздо более точно выбираем показания для интенсификации высокодозной терапии. Скорее всего, с нейробластомом будет случаться то же самое. Более того, это случается постепенно уже сейчас. Нейробластом – достаточно гетерогенная опухоль. Есть определенная группа пациентов, например, пациенты старше 5 лет, которые, несмотря на свою малочисленность, вносят очень значительный вклад в смертность. Биологически, даже на основании тех факторов, что мы уже используем, они сильно отличаются. Мы видим, что и по нашим, и по другим данным, старше 5 лет – это возраст, в котором пациенты очень редко демонстрируют аффлекацию МИКН, и у них появляются другие факторы. И более того, возраст больше 5 лет в рамках большинства систем стратификации – это очень-очень важный фактор риска. То есть, например, в рамках когорты HRNBL это был наиболее важный фактор риска. Скорее всего, мы будем уходить от нынешней системы, которая учитывает только аффлекацию МИКН и некоторые хромосомные аберрации. И, вероятнее всего, это позволит нам более полноценно полечить пациентов, у которых есть фактор высокого риска, но нет амплификации МИКН. А это 50-60% пациентов группы высокого риска. Это важно. Группа, в которой очень много завязано на какие-то механизмы удлинения теломер, которая биологически сильно отличается, и вот здесь, возможно, больше роль иммунотерапии и меньше роль интенсификации. Даже по нашему опыту, в этой табличке я пытался собрать в одно место всех пациентов, которые были старше 10 лет, как более показательную группу, мы видим, что практически никогда здесь нет амплификации МИКН, нет характерных цитогенетических аномалий, зато часто встречаются какие-то неожиданные мутации, если мы пытаемся посеквенировать геном этих пациентов. Поэтому вариант рабочей классификации, который был предложен, скорее всего, будет работать, и простые маркера для иммуногистохимического исследования позволит нам достаточно хорошо отделять пациентов, которые, вероятно, будут получать другую терапию. Почему это важно? Есть целый ряд методов, которые потенциально будут эффективны в подобных небольших подгруппах. Например, ингибиторы иммуноконтрольных точек. Что мы о них знаем у детей? С одной стороны, они значительно менее эффективны, чем у взрослых. С другой стороны, у нас начинает накапливаться какой-то материал, мы видим, что нельзя сказать, чтобы они были полностью неэффективны.
Но сказать, в каких группах они эффективны, точно мы пока не можем из-за сильной гетерогенности когорт. Хотя уже здесь интересно то, что, например, в рамках исследования ниволумаба мы видели длительную стабилизацию пациентов с нейробластомой, которые получали этот препарат. То же самое касается нашего опыта. В некоторых случаях мы видим стабилизацию, в некоторых случаях мы видим даже хорошие ответы на терапию ниволумаба. И стоит отметить, что в основном пациенты, которые более склонны ответить, пациенты более старшего возраста, пациенты, которые не несут амплификации NMIG, то есть относятся к каким-то альтернативным группам риска. И еще важный момент, во многих случаях мы комбинировали и ингибитор иммуноконтролирующих с какими-то другими методами лечения. Например, очень хороший пример ответа на ингибитор иммуноконтролирующих точек. Пациентка старшего возраста, которая была много раз прооперирована, получала разные линии химиотерапии, включая высокодозную химиотерапию, без какого-то значимого эффекта. И на достаточно длительный срок, больше полутора лет, мы достигли полного метаболического ответа на терапию ниволумаба. В чем ее особенность? По данным секвенирования, опухоль пациентки несла огромное количество мутаций, больше, чем мы находим в целом у пациентов с нейробластомой. Более того, с молекулярной точки зрения, эти мутации не очень характерны для именно нейробластомы, они встречаются у детей с сольными опухолями, встречаются сравнительно редко и практически никогда у пациентов с нейробластомой. То есть эта пациентка, скорее всего, должна была ответить на терапию ингибитора иммуноконтрольных точек за счет большого числа вторичных неантигенов. Другой интересный момент, который мы также немножечко затронули, комбинированной иммунотерапии, это схема, которую я позаимствовал у моего учителя Бориса Владимировича Афанасьева. Иммунотерапия, скорее всего, будет гораздо более эффективна, гораздо более синергична в комбинациях, так же, как и химиотерапия. Мы находимся только в начале пути. Мы сможем пойти гораздо дальше, когда мы сможем комбинировать различные методы. Естественно, здесь есть свои риски, свои подводные камни в виде перекрестной токсичности. Тем не менее, даже в нашем опыте мы видим определенные интересные моменты. Что важно, здесь, опять-таки, скорее всего, свою роль сыграет трансплантация гемопатических стволовых клеток, несколько маргинальный метод в сольной онкологии, тем не менее, в сочетании с другими методами иммунотерапии, скорее всего, это будет работать и будет использоваться. И наш опыт терапии пациентов с нейробластомой об этом говорит. Часть пациентов можно спасти с помощью гемопатической трансплантации и более эффективная трансплантация в сочетании с какой-то клеточной терапией или другими методами. Извините. Иммунотерапии. Большинство пациентов, у которых был длительный ответ на трансплантацию, получали дополнительно какую-то другую терапию. И довольно яркий клинический пример. Пациентка, которая не отвечала ни на одну из линий химиотерапии, у которой в качестве терапии спасения была выполнена гемопатическая трансплантация с хорошим эффектом, тем не менее, с огромной остаточной опухолью, которая была метаболически активная, которая получила дентуксимаб, анти-GD2, специфические антитела после трансплантации, и затем получила ниволумаб, у которой уже в течение 3,5 лет мы наблюдаем полуметаболический ответ. При большой остаточной опухоли эта опухоль неактивна, по MBG практически неактивна. PAPET – пример того, как комбинированная иммунотерапия может работать. Вероятно, более тщательная селекция сможет нам дать больше шансов использовать такие методы. И учитывая, что мое время подходит к концу, я перейду к выводам. Вероятно, сейчас мы будем наблюдать очень быструю эволюцию лечения пациентов с наиболее неблагоприятными вариантами течения заболевания. Чем лучше мы будем стратифицировать, чем больше будем использовать методы молекулярной биологии, тем больше мы сможем помочь этим пациентам. И, скорее всего, и таргетные иммунотерапии к нам придут в виде комбинации. И более того, какие-то вариации тайминга иммунотерапии смогут нам дать очень много. Поэтому я надеюсь, что рано или поздно эти слова действительно станут правдой. И сохраняя то, что у нас уже есть, используя какие-то новые, более персонализированные, более таргетные методы, мы сможем добиться больших успехов. Я хочу поблагодарить всех сотрудников нашего отделения, нашей клиники, которые участвуют в нашей работе. И отдельная благодарность лаборатории молекулярной биологии Москве, центра Димы Рогачева, Александру Евгеньевичу Друю,
за счет возможности смотреть многие из молекулярных маркеров наших пациентов. Спасибо.